У Могилеве плюс 21-23. По Гомельской в области переважно без опадков. Температура по ветру плюс 21-26. У Гомеля плюс 23-25. По Минской в области переменная облачность, переважно без опадков. Ветер заходний, порывы до 14 метров в секунду. Температура по ветру от 19 до 24 градусов выше нуля. У столицы нашей краины переменная облачность, без опадков. Ветер заходний, умеренный. Температура по ветру плюс 22-24. Атмосферный тиск будет слабо повышаться. Относная вильготность каля 40%. Глядите у день на первом национальном телеканале. Природа не лепшее место для высветления односин, але пикник у веселой семейцы у 12.15. У 12.45 подорожье дилетанта Юрия Жигамонта у Наровлю по духовную спадщину Полешуку. У 13.00 соло для дебютанта мастачки Катярины Сумаровой. У 13.10 планета Арт. У 13.35 есть только имгнение Герман Бокун. Детективный сериал «Чисто английские забойства» у 14.05. У 15.00 новины. Видеофильм агентства телевизионных новин «Знайсти самого себе» у 15.15. Вупи Голдберг, Миранда Ричардсон, Питер Устинов у экранизации казки Льюиса Кэрролла «Алиса в Украине чудов» у 15.35, первая и другая серии. «Легкий удар» у сусветной коллекции короткометражек у 17.05. У 17.20 на скрыжованиях Европы.